Поделиться впечатлением о прочитанном и найти новых друзей. В библиотеке имени Лиханова вновь прошла акция «Книжные знакомства». Поводом для живого общения стала любимая книга. Школьники и студенты с увлечением рассказывали о том, что их удивило или заставило задуматься. Валентина Палкина с подробностями. 5 минут на рассказ о любимой книге. Затем собеседники меняются местами и образуют новые пары. Ты обсуждаешь свою любимую книгу. Ты делишься своим мнением с другими людьми. И они делятся своим мнением, своей любимой книгой с тобой. Может, какая-то книга заинтересует. Ты читаешь один жанр, а вот бывает такое, и другой жанр понравится. За короткое время успеть рассказать и о себе, и о книге, которую советуешь прочесть, непросто. А предпочтения у молодых людей самые разные. Классика, мистика, триллеры, а также научно-популярные издания. «Портрет Дориана Грея». Мне подарила эту книгу на день рождения моя подружка. Я прочитала, я считаю, что эта книга достойна внимания. Я сначала читала роман и потом наткнулась на описание одной книги Клаудия Грей, серия книг «Вечная ночь». И прочитала, и поняла то, что меня заинтересовал такой жанр, как фэнтези. Вот, и теперь я читаю то, что мне интересно. Рассказ о прочитанной книге «Чем не повод для знакомства». В библиотеке имени Лиханова решили в год литературы вновь собрать молодых людей на такую необычную акцию. Мы работаем с книгой, и нам интересны те люди, которые читают. Но сейчас, видите, век такой очень больших скоростей. Все привыкли общаться на бегу, все привыкли общаться в основном в виртуальном пространстве. И живое общение постепенно уходит. То, что человек читает, может многое сказать о нем самом, уверены участники книжного знакомства. Не менее интересно и поделиться прочитанным. Мы с подругой иногда проводим такие вечера, когда просто сидим и читаем в тишине часа 2 или 3, потом за это время успеваем прочитать там половину книги или даже целую, а потом уже обсуждаем то, что прочитали. Добавим, что подобную встречу в библиотеке проведут еще раз во время недели детской и юношеской книги. Валентина Палкина, Валерий Никулин, Вести, Киров.